Высшими завершается капитальный ремонт здания музыкальной школы в залинейной части города. В учреждении проводились уроки по музыке, вокалу и изобразительному искусству. В среднем за год здесь обучалось около 300 человек. После окончания ремонта в школе появятся новые доски, музыкальное оборудование и мебель. Торжественное открытие планируется на 6 декабря. Остались только стены. Всегда, потому что здание старое, ремонт здесь никогда не производился. Отбили штукатурку, были сняты, демонтированы полы и полностью произведен капитальный ремонт. Перепланировки не было. А еще ишимцы в ожидании нового ДК. За его строительство жители проголосовали в марте прошлого года. Дворец культуры появится на месте бывшего клуба железнодорожников. К тому же в следующем году будут отремонтированы еще две школы. Выделены деньги вот именно на разработку под это школа 31 по улице Ершова и школа-интернат тоже. Поэтому есть работа, разрабатывать проекты и двигаться дальше. У нас уже не так с вами много остается школьных учреждений, дошкольных учреждений, что я считаю, что ситуация уже очень такая неплохая в городе.